Сталинский проезд. На севере города Москвы, столицы. Вот здесь. С двумя жилыми комплексами. Селигер-сити. С высотками, небоскребами. Состоящий из шести колесов. Там станция метро Селигерская. Здесь рядом. Совсем рядом. А здесь Ильинский проезд. Он начинается от Дмитровского шоссе. И протяженность, забыла, сколько километров с чем-то. Вроде километр 400 метров. Но чуть более километра. Побольше километров. С такими красивыми домами. Сидел, сидел, что здесь не было. Вот здесь был пустырь вот с этой стороны. Ну там дальше было что-то, какие-то строения были. А здесь было. Или тоже какая-то база, стоянка, да, автомобильная, много что, и там что-то было, и там был цеховина, вот куда едут машины, откуда и куда едут, многочисленные грузовые машины. Ух ты! Радуга и дождь. Накрапывает. А какая радуга? Не так. Вроде видно. Радуга, летний дождь. Ух ты, дождь. Я за зонтом. Всегда с отцом тоже. У меня трусы за. Да, вот. Ах, какая радуга. Да, погода такая интересная сегодня. Еще. Небо. А с той стороны. Светлее, а там радуга, и Ильинский проезд с радугой на небе. Здесь 215 автобус ходит. По Ильинскому проезду автобусы не ходят. Городской транспорт общественный не ходит. Ну, небольшой. Чуть более километра. Ильинский проезд. Вот он начинается от Дмитровского шоссе и заканчивается вот здесь. Вяловская, Наталовская улица. А вот здесь переехал. Еще вот здесь.
так хорошо видна радуга. Это сейчас Танкинская башня видна. Где она? Чтобы не ошибиться. Я в прошлый раз наводила, а там антенна была. Да, это тоже антенна. Но там видна и Останкинская башня. Видела. В следующий раз поснимаю. Да, Ильменский проезд. Вот здесь Ильменский проезд со стороны Пяловской улицы. ЖК Ильменский 17, ЖК Селигер Сити. Мне давно хотелось свои комбинации это поснимать. Снимаю сегодня, 25 июля 2022 года. Вот западный Дубинина в северном округе города Москвы, столицы.